Привет, с вами снова Владимир. На самом деле не Владимир, а Сережа. Первый в моей жизни ролик, где меня нет, а в главной роли мой напарник за производством нашей бригады Сережа Красавец. Так вот, что он делает? Вот вчера, вот тут, вы если помните, мы ставили растяжки из арматуры, чтобы хомуты от вертикали не отклонялись. И, конечно, бетонный насос, когда люпал, все заляпал. Бетон настолько хороший, что щеткой на вторые, даже пол суток, не очищается. И вот Сережа водружился чуркой, в смысле деревянной, и обстукивает. Так как мы супер-мега-профессионалы понимаем, что нельзя засратую бетоном арматуру помещать в бетон, что она будет плохо анкироваться. Вот Сережа занимается тем, что оббивает на деревянной чербаке. Вот, наверное, все. Он курит. Курить нельзя, господа. Не смотрите на Сережу. Все, пока.